Надо будет сегодня посмотреть «Кольчугу», как всегда. Потом «Пилота», «Москвичку», «Кота» надо «Барина» глянуть. Ну, в общем, по ходу пьесы надо бы там еще желтенького с лапкой. Ну, всех, короче. Да не бойся. Не бойся. Она не привыкла. Угу. Дикарка такая. «Москвичка». Хочет народ посмотреть на тебя. Давай попробуем завязать мордочку. Кому, москвичке? Будет что делать, смотреть, что там. Видишь, кровь пошла. Угу. Ей бы по-хорошему там мазать каждый день надо. Она ударилась, видно, кость опять поранила. Не должна, там же закрыто все. Но она, может, разлезала. Уже хороший. Чувак, привет. Привет. Что, наркозить его будет? Сейчас посмотрим. Все, Бока. Молодец, хороший. Пилот. Пилот. Пират, правильно. Теперь будет. Пилот-пират. Да. Клещей много сняли, да? Угу. Ну что, будем глаз развязывать? Опухоль так подспала, получше стал. Он все время лапой глаз чешет. Угу. Будем снимать? Снимем. Подожди, а его тогда наркозить надо? Да вообще нет. А как? Просто подержать. Да, да, да. Не, надо морбить. Ну, он домашний, скорее всего, сюда, да? Я думаю, да, судя по его ушам. Ну, иди сюда куда-нибудь, вылезай. Вылезай, чудик. По его письке и какашкам он должен быть купил. Его, видать, плохо кормит. Ну, если хвост купирован, так коротко, явно алабая там какого-нибудь пытались. Я думаю, садись, давай глаз будем чесать. Да, садись. Только не на меня, а рядом. Все? Тихо, 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 пиратик. Стой, зайка, стой. Чесать будем, зато глаз тебе. Чудо. Зайка, чешу. Чешу, все, еще один. Ну все, давай. Тут глаз не откроется. На месте глаз? Ну отлично. А вот, не, ну роговица мутная, конечно. Ну-ка, давай сильно не открывай. Страшно, не открывайте ничего. Что-то смотри. Есть глаз, нет? Да, глаз да, есть, да. Да, глаз целый, да, видит он. Да. Роговица мутная, травма там была серьезная. Там еще сосуды вокруг не восстановились. Ну, это все потихонечку. Главное, что он на месте. Так, что мы привезли его с выбитым глазом. Глаз был наружу, ссадины на морде, в паху, где-то везде по телу. Где-то проволокло его, скорее всего, может, машиной. Вот. Глаз вправили, подшили. Вот, все, сейчас он на месте, сейчас в глазнице оказался. Что мы сейчас делали? Сейчас сняли швы. Все, и уже пилот смотрит двумя глазами. Глаз пока еще, роговица мутная, но еще будет восстанавливаться. Еще лечение ему предстоит. Но уже глаз на месте, самое главное. Характер у него хороший. Да, на меня не обижается. Рана какая-то на голове была серьезная, все зажило. Зарастет, видно, не будет. А вот лапа пока опухшая. Но он подставляет ее, опирается на нее. Пока не активно. Ну как заживет, что там перелом у него был. Да, куда ты попал, чудо? Как заживет, посмотрим. Разлизывает, да, он, наверное, еще? Добирается. Может, воротник ему побольше? А, ну вот, старая, значит, рана была, поэтому она долго и зажила. На голове тёплой? Ну. Все слабо ему идёт. Ты хочешь бегать уже, да? Понятно. Потому что если свежий бы собрали, он бы уже сейчас скакал какой-то. Зарастать начало. Зарастает, да, это торчит. Ну, думаю, обрастет. Слушай, она у нее не откололась, кость сейчас? Не, это сверху нарастает, это просто не сильно. Но она чистая, все нормально.
У москвички не очень покладистый характер, диковатая девочка, прячется в углу, и все время эта рана ее беспокоит, она ее как-то травмирует. В общем, снялись швы, теперь рана будет заживать вторичным натяжением. Ну, сейчас положили повязку с мазью ранозаживляющей. Плохо очень, что она такая диковатая, нет возможности постоянно ее обрабатывать. В идеале это было бы 2-3 раза в день обработки проводить, но возможности нет. Сама она не дается, только под седацией. Ну, каждый день не будешь делать седацию, поэтому по мере возможности будем обрабатывать и долечивать. Ну, все заживет. А хвостиком-то виляет? Да, смотри, хвостиком-то виляет. Дико. Молодец. Все. Снимаю все. Вот так, все. Ну вот. Спасибо всем, кто поддерживает наше дело и подключается автоплатежом по 100 рублей. Это позволяет нам иметь некую стабильность. Поэтому я еще раз всех благодарю. И с миру по нитке. Первая в России бесплатная ветсанчасть. Этот товарищ попал под машину, привезли в приют и обнаружили, что у него грыжа пупочная, большая, там, с куриное яйцо. Скорее всего, она была у него все это время, что он жил на улице, потому что кожа растянута очень сильно. Вот грыжу убрали, кота починили. Сегодня наша работа подошла к концу. Дарья Вячеславовна закончила, переделала все больничные дела. То есть все у нас нуждающиеся получили помощь. На этом мы заканчиваем свой репортаж. С миру по нитке. Первая в России бесплатная ветсанчасть. Вот так и оставляю.